И даже вы на себе могли такое замечать. Вы в течение дня одни и те же, один и тот же человек, идете в компанию людей, и в компании людей, там, 7-15 человек реагируют на вас абсолютно по-разному. Абсолютно по-разному. Один сказал привет, доброе утро, потому что его коннект происходит через доброе утро. Второй сказал, ты чё опоздал? Его коннект с миром происходит через претензию. Третий не заметил вас. Его контакт с вами происходит через пустоту, через отчужденность и так далее. И мы каждый раз соединяемся с людьми только через те программы, проекции, которые есть у нас. И для того, чтобы нам соединиться с людьми, с миром, с событиями, по-другому, войти в другой контакт, нам нужно сначала внутрь себя поместить.